Сфера коммунальных услуг в России все чаще становится ареной жестких столкновений между жилищниками и поставщиками услуг. Причина этого, в числе прочего, и правовые пробелы, которые позволяют сторонам по-разному аргументировать свою позицию. В результате в проигрыше остаются ни в чем не виноватые собственники квартир. Это только с виду российское ЖКХ, изможденное десятилетиями недоремонтов, никого не интересует. На самом деле сфера, где крутятся наличные расчеты населения, выделяются бюджетные субсидии, существуют манипуляции с разными начислениями платежей на грани фола. Это лакомый кусок для многих. Подтверждение этому совсем еще свежий скандал, связанный с вынесением решения антимонопольного управления, которое уличило в недобросовестной игре управление молодежной политики Бердской администрации. Именно оно дало фору недавно созданному муниципальному предприятию спецавтохозяйства, которое позволило последнему вытеснять коллег по цеху с использованием административного ресурса. Вы меня сейчас оскорбили лично. Приведите, назовите любого руководителя, который скажет, чтобы я его гнобил. От директоров школ, от директоров садиков лично я слышал, что идет просто-напросто гонение. Об этом мне прямо говорил Мухамедов, что мы вас без штанов оставим. Это было. Нарушение выразилось в направлении писем, содержащих указания заключения договора СМУП спецавтохозяйства. Впрочем, в Бердске существует и другая точка напряжения. Она связана с системой сбора денег за жилищные и коммунальные услуги через расчетно-кассовые центры. Из истории вопроса с 2006 по 2010 в Бердске уже существовал муниципальный РКЦ, но бывшие отцы города поставили на нем крест. Впрочем, эта птица Феникс возродилась из пепла с приходом команды нового мэра Ильи Потапова. В декабре прошлого года было опять создано муниципальное предприятие «Расчетно-кассовый центр». Был взят четкий курс на укрепление позиций муниципалитета во всех позициях, которые он утратил за последние 5 лет. Новый муниципальный игрок на рынке – это неплохо. Как говорится, пусть расцветают все цветы. Но не возникнет ли опять соблазна включить административный ресурс? Нет никакого выдавливания кого-то с рынка. Возвращаем в исходное положение ту ситуацию, которая была несколько лет тому назад. Не даем людям богатеть за счет того, что муниципалитет теряет. С этим заявлением замглавы администрации можно поспорить. Ведь здоровая конкуренция позволяет богатеть всем, вне зависимости от формы собственности. Но это так, к слову. Вы не будете по такому же пути идти, как спецавтохозяйство? Вы можете обратиться ко всем игрокам Бердского рынка ЖКХ. Все они получили просто предложение на коммерческой основе свободное заключить. Исключительно только на коммерческой основе? Свободное. Я не могу сказать, что это было конкурентное. И не могу сказать, что это в чистом виде использование административного ресурса. Наверное, и то, и другое. Ну, вот такого, чтобы вы перешли, такого не было. Хотя, как бы, мне настоятельно рекомендовали это сделать. Александр Грязнов, который клянется в том, что административные преференции и на дух не переносит, сознается. Поскольку муниципальное предприятие, нам передали часть помещений. То есть мы не платим за эти помещения арендную, мы платим только коммунальные платежи. А, все-таки вы получили фору-то, да? Безусловно. Это фора. Еще один аргумент за, который ставит себе в зачет муниципальный РКЦ, это стоимость сервиса по сбору платежей. За счет чего вы имеете возможность дополнительно ценой поиграть? Ну, технологически мы на порядок где-то выше. У нас более современная система, раз. Плюс, как бы, у нас есть более четкое понимание того, как должна работать касса. Сервис объективно чуть дешевле или нет? Нет, не дешевле. Наверняка. А вот он об этом как-то заявлял, что дешевле. Нет, стоимость абсолютно одинаковая. Не смог пока нарастить свежесозданный РКЦ и мускулатуру пунктов приема платежей. Их пока только 4. Правда, на подходе 20 терминалов. У нас процентов, наверное, около 40 в том жилом фонде, что обслуживаем мы, жители пенсионного возраста. Они терминалами пользоваться вряд ли будут. Естественно. Сегодня в Бердске, кроме муниципального расчетного центра, еще несколько коммерческих игроков. Как они относятся к появлению новичка? Если говорить немножко об истории создания РКЦ вообще в городе Бердске, начиная с 2007 года, их было 4 муниципальных, в
конечном итоге вот это вот, наверное, уже пятый вариант, насколько он жизнеспособен, ну, покажет практика и жизнь. Во всяком случае, пока заядлые спорщики исходят из одних и тех же правильных установок. Имеют право существовать различные формы, организационно-правовые, да? И частные, и муниципальные, ради бога. На рынке подобного рода услуг должна быть какая-то конкуренция. Это нормальное явление. Ну, будет работать муниципальный расчетный кассовый центр. Да, пожалуйста, ради бога. Эти слова-то богу бы в уши. Не схлестнутся ли берчане в антимонопольном управлении вновь, покажет время. Пока ясно другое. Российское ЖКХ, видимо, не такое убыточное. Если за деньги, которые там крутятся, идут серьезные позиционные бои, иногда переходящие в открытые конфликты.